Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать с вами костюм железного человека и железного человека 3. Итак, нам понадобится вот такая деталька 2 на 4. Дальше, следующий мы берем 1 на 2 с такой, с таким схватном. И вот так вот их совмещаем с такой деталькой круглой 2 на 2. Вот так вот их цепляем таким образом. Дальше берем 1 на 2 и ставим вот сюда. И дальше нам понадобится... Это пока отложим в сторону. Нет, нам дальше понадобится вот это и вот это, такая деталька и такая деталька. Эти детальки мы крепим вот так вот. У нас получается такая конструкция. Это мы пока откладываем вторую. Дальше берем вот такую детальку. Такую детальку один на один с цеплялкой. Дальше берем изогнутую 2 на 4. Ой, тьфу ты, 2 на 2. И берем дальше 1 на 2 и сетку. Прицепляем сюда. Дальше мы эту конструкцию с вами прикрепляем к изогнутой детальке. И вот эту вот детальку делаем вот сюда. Вот такая у нас пока получается конструкция. Дальше берем вот эту детальку. 1 на 2 схватанул. Дальше вот так вот ее цепляем. И у нас получилась такая штучка. Ее мы крепим вот так вот. И нет, на другую сторону ее крепим. Дальше берем вот такую же детальку, берем однерку 1 на 1 и крепим вот эту детальку вот сюда. Дальше вот эту изогнутую деталь. Понял. Смотрите, нет, мы перепутали с вами стороны. Она у нас должна вот так вот быть. Вот эту детальку лучше. Вот эту детальку берем и вот так вот ее ставим. Вот так вот. Дальше цепим вот сюда ее. Дальше берем и вот эту детальку. И сеточку и приделаем ее сюда. Дальше вот эту однерку, ту как раз, с которой у нас ничего не вышло. И вот так ее крепим. Дальше берем вот эту деталечку и крепим ее вот сюда вот. Вот что у нас пока получается. Дальше берем такую палочку и берем вот такую штучку. Дальше ее крепим. Далее ее крепим вот так вот. Берем хватончик такой. Не знаю, как он называется. И вот так вот ее крепим. Дальше берем вот такую детальку. Сейчас. Детальки все очень плохие. Дальше берем вот такую серую детальку и делаем ее вот сюда. Вот. Так вот. Дальше берем вот такую детальку. Крепим ее вот так. Но чтобы эти хватуны захватили еще одну палочку, у нас получается вот такая конструкция. Дальше мы берем... Дальше это тоже откладываем в сторонку и берем вот две вот такие детальки. Не знаю, как тоже они называются. Дальше вот так вот их крепим. Берем такую детальку. И берем наш с вами дуговой реактор. И крепим вот так вот. Дальше мы берем вот эту штучку. И крепим вот так вот. Дальше
золотую и крепим вот так вот. Так, далее мы берем вот такую ногу. Сначала вот такую руку сначала берем. Так, вот крепим ее. А, нет, вот эти надо отцепить. Не отваливается все трубка, потому что это конструкция. Это не та нога, вот эту надо к ней крепить. Да, вот так вот. И приделаем вот сюда вот. Вот так вот мы ее приделываем сюда вот. Дальше берем эту руку и делаем вот точно так же, только с красной ногой. Ноги у меня разные, потому что эта нога от Винджа, а это от Кая. Дальше берем вот такие штуки и крепим их сюда, в ноги, то есть. Так. Дальше берем вот эту нашу деталь, нашу детальку. И вот так вот ее делаем. И также мы точно делаем со второй деталькой. Дальше берем вот эту штучку и прикрепляем на середину. Дальше берем нашего человечка, вот эти два кругляшка, чтобы стояли вот на этой двойке. Дальше берем вот так вот, закрываем. Дальше закрываем наш с вами костюм из Железного Человека 3. Берем шлем. Нет, вы это можете делать без шлема, но у меня он со шлемом будет. Все отвалилось у меня тут. У вас, наверное, будет покрепче, потому что... Так вот.